Братцы, всем привет! Приехал я за своим боевым конем. Добрый вечер! Пришла обновочка, кто не в курсе, кто не помнит, не знает. Решила поменять своего промакса Snow Pro на промакса Якута. Вот какой-то из них мой. Сейчас посмотрим. А был у меня вот такой вот оранжевый. Решил взять что-то помощней. И на днях пришла фура со снегоходами. Сейчас мы его посмотрим, запустим, заберем и уже на днях сделаем на него более подробный обзорчик. Так, в общем, выяснились. Вот этот снегоход мой. Почему он мой? Потому что он в максимальной комплектации. Комплектация XE с расширителями, со спидометром. Здесь уже идут гидравлические тормоза и необъятный кофр. Еще одно пассажирское место. Кофр просто громадный. Ну, в общем, наклеечки по всему снегоходу в камуфляжном пиксельном исполнении и 20-сильный мотор. Пушка-бомба. Под сидушкой уже установлен аккумулятор. Ну, в общем, вот такая красота. Забираем, грузим, едем. Навстречу приключениям. Ну что, делаем первый запуск. Выдергиваем подсос. Грузим и едем. Все, танк погружен. Загрузили, зацепили. Погодка снегоходная. Метет. К выходным поедем бороздить пухляк. Короче, не выдержал, прохватил я по гаражам. Первые впечатления очень положительные. Классно едет снегоход, летит. По сравнению со Snow Pro, конечно же, чувствуется, что под тобой снегоход. Классные эмоции. Прям уже не терпится выехать куда-то в боевых условиях его испытать. Я думаю, со дня на день поедем на рыбалочку. Покатаемся по пухляку. Загрузим его немножко. Ну, сейчас так, в режиме лайт все равно будем. Пока на обкатке. Дальше больше.